Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, сегодня мы играем в финалочку на серию Родина Ролеплейс, первый сервачок. Моник здесь Кирилл под булови, не забывайте вводить моник при регистрации, потому что если введете моник при регистрации и прокачаетесь до третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам, поэтому обязательно вводите моник при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня новая серия и сегодня такая будет благотворительная серия, я сегодня хочу помочь рыжикам, ну точнее работягам, поездить по подработкам там и пораздавать денег. Я надеюсь, вам эта серия понравится, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, давайте постараемся до лета набрать 16 тысяч подписчиков. Итак, я приехал на ферму в первую очередь, и здесь есть, по-моему, два человека, даже больше, по-моему, да, здесь есть люди, короче, а нет, здесь реально только один чувак, то люди там по дороге просто едут, я думал, это на ферме. Так, давайте глушим двигатель, пойдем к этому новичку, попробуем с ним пообщаться. Я, короче, вот к нему подошел, с ним общаюсь, написал ему, как дела, нормально, как работа, давайте спросим, давайте, короче, у него спросим, как работа, и посмотрим, что он на это ответит. Так, нормально, куплю на машину, а что за машина, давайте спросим, а что за машина? Так, он написал, что купит на дешевую машину, я ему написал, но я могу тебе помочь. Хочешь? Я ему задал вопрос. Чем? А, деньгами. Деньгами давайте напишем. И даем, короче, ему деньги. Пацаны, все, ему передал около, наверное, 250 тысяч. Думаю, на машину хватит. Так, удачи. Он еще написал там, что он меня обнял, короче. Вот, обнял, написал, короче. Мне обнял. Все, короче, поехали. Будем искать еще какого-то работягу. Кстати, вон там чувак есть. Давайте, может быть, ему поможем. Хотя он не работает. Я хочу ему помогать тем, кто работает. Вон чувак работает, кстати. Пошлите ему поможем. Так, он, короче, Лёхе пишет, просит денег. Может быть, у него мут, поэтому он мне не отвечает. Но давайте ему поможем, всё-таки он работает. Так, все, я передал ему где-то 200 тысяч, любой, давайте напишем, любой. С любого уровня можно покупать машину. Так, пацаны, я просто ехал и встретил вот этого рыжика, я посмотрел, у него первый уровень, вообще абсолютно первый уровень, поэтому можешь подвести, он даже капсом пишет. Давайте спросим, куда. Давайте, короче, ему поможем, я думаю, давайте передадим ему 200 тысяч. Как вы видели, я ему передавал деньги, я передал ему 200 тысяч, вот последний чувак, который был, который просил его подвести, я ему передал 200 тысяч, потом он даже мне спасибо не сказал, понимаете, либо он не видел, что я ему деньги передаю. Ну, короче, он даже мне спасибо не сказал, написал капсом, чтобы я его подвез типа до пиццерии, ну, до разводчика пиццы. Он постоянно меня выкидывал с водительского места, получается, либо он не знает, как садиться, я не знаю, либо он в первый раз играет в КРМП. Я, короче, не знаю, что с тем чуваком, но, во-первых, он даже спасибо не сказал, во-вторых, он меня просто выкидывал из машины, просто пытался, получается, сесть за руль. Ну и в итоге меня крашило. Все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.